По-другому никак. Илья Грушевский. Выбрасывает из-за боковой, из-за болотнев. И отвечает как Валерий Калинов. Два очка Валерий. Пик-н-ролл. Два шага и прыжок, что надо. Ну, помните, да, я говорил, что Валерий Калинов очень любит такие эпизоды. Ну и вот такой эпизод случился. Ну, здорово, команды радуют нас такими моментами. Геннадий Денисов. Грашкин. На Ковалева. Ковалев на Денисова. Кузьмин. Денисов. И блокшот. От Валерия Калинова. Ищенко ищет, кому отдать. Находит Калинова. И тот здорово пошел. Там, по-моему, против него был Литвяков и понимал Александр. Хозяевам, да, это резерв. Это резерв главной команды, которая сражается за самые высокие места. В единой лиге ВТБ многие уже получили опыт. В данном случае Егор Сычков в этом сезоне. Проход, скидка на Калинова. Тот с отклонением такую свечку задрал Валера. И два очка в кольце. Красивый, красивый момент. И заказывают комбинацию. Тоже предполагает раннее нападение. Наверное, Заболотнев долго мячом стучал. В итоге решил бросить. Ой! Валерий Калинов очки второго шанса набирает. Да еще какие! Эффектным данком отметился. Ну, данк против трехи. Может быть, где-то равноценная замена. Два раза подряд сфалил, и при этом вот так лезет рискованно. Пытаясь мяч у соперника выбить. Калинов крюком. Красиво. 25 на 23. Отметим хороший проход Козюлиной. Скидка 62-55. Матыюнас! Ой-ой-ой! А что еще и с фолом. Ну вот вам повтор, ой. В третьем месте красота от Шорлока. Захар Винищев делится мячом с Валерием Калиновым, и тот мощно вколачивает сверху сопротивлением двух игроков ЦСКА. После такого данка Валера решил... Он решил делать данк, и мяч выскользнул. И какой блокшот Валера Калинов. Ну, сегодня он просто... Мастер хайлайтов в первой четверти. И если будет нарезка, а она наверняка будет, то уж эти моменты точно попадут Валерия Калинова в эту подборку. Потому что 2 плюс 1 у него было, и путбэк данк был. И вот сейчас этот блокшот. Классно подкараулил он соперника. И еще один блокшот. И вроде бы тоже это сделал Валерий Калинов. Всего Тищенко. Да. И принесли эти очень важные баллы для своей команды. Не ошибаюсь, Александр Мартынов. Хороший, отличная атака. И путбэк от кого? От Валеры Калинова. Вот это да. Вот это сегодня центровой настроен на этот матч. И еще это эндуан. То есть он еще пробьет дополнительный бонусный штрафной. Два очка набрал в быстром нападении. Точнее, в позиционной атаке. Сейчас еще... Вот, конечно, тут отлично проявил себя Владимир Заболотнев. Было на него давление, но он не стал... Играть под себя, не стал уводить соперника дальше за линию, за трехочковую, за периметр. И отлично пасовал Валерию Калинову, который вколотил мяч, точнее путбэк. Сделал он бросок, Щетинин. А Валерий Калинов еще точен с линии штрафного броска. Владимир Заболотник. Валерий Калинов, два очка. Понятно почему. В обороне достаточно цепко, надежно и так очень мобильно действует сейчас купол. И пройти не всегда получается, поэтому вынужден раскидывать из трех. Ну а сейчас очень красиво, элегантно Калинов такой полукрюк делает. И время уже прошло, при этом понятно, что, ну так, чтобы уж очень думали, наверное, это... Скорее не так, но тем не менее классный сейчас. Не скажу, что очень сильно прессингует, и никто из партнеров не помог, поэтому возвращается купол Раники на свою половину площадки, а тем временем самостоятельно пролез
пролез Ищенко, а добавил сверху. Вот это у Калинова сегодня действительно хорошо получается. О, хорошо для Купола, конечно. Забрал подбор и забивает 2 очка. Легких 2 очка получается после этого подбора. Ой, здорово! Боже, как они подвисают эти вещи, делают, вытворяют. Калинов забивает еще 2 сверху. В удовольствие. Мяч точно зашел в кольцо. 19-16. Закручивал из-под кольца, из-под щита мяч Крылов, но не точно. А вот здесь хорошая атака. И какой футбэк от Валерия Калинова после неточной атаки и блокшота. Владислав... На втором месте шикарный розыгрыш от Шорлока. Михаил Ведищев на Валерия Калинова. И тут без доли стеснения таранит оборону МБА МАИ. Потрясающий постер-данк через Данила Певнева.